Всем привет, с вами Дмитрий, вы на моем канале Коменбай. Перед вами печка польского производства Коза К9, фирма Кратки. Очень сильно она представлена на территории Беларуси, очень много их продается, очень много их монтирую. Это чугунная печка, которая в себе воплощает два элемента, это твердый топливный котел и камин. Сейчас эта печка находится в комнате, очень уютно с ней, огонек горит, это ее первый запуск. В комнате тепло. И второе назначение, как твердотопливный котел, за счет системы отопления, она прогревает дополнительно еще три помещения. У нее внизу устроена регулировка подачи воздуха в камеру сгорания, и сверху для обдува стекла еще дополнительный рычажок, чтобы стекло самоочищалось. Режим рабочий, очень хорошо проходит очистка стекла. Но эта печка, она очень простая. Не ждите в ней принципы длительного горения. Сейчас у нее воздух, шибер открыт и подача воздуха открыта снизу, и она очень-очень ярко горит. Красиво, супер, классно, да. Но сейчас я отрегулирую внизу, перекрою воздуха в камеру сгорания, и она начинает немножко-немножко реагировать, но все равно без шибера вы не добьетесь с ней четкой регулировки. Обязательно шибер на этих печах должен быть установлен. Только с шибером происходит оптимальное горение, при помощи которого вы начинаете заглушать просто воздух для того, чтобы ограничить горение и уменьшить пламя. Я вам покажу это. Шибер закрыл, и вот у нее начинается дым. Вот этот режим многие продавцы называют режим длительного горения. Это никакой не режим длительного горения. Вы просто ограничиваете воздух в камеру сгорания. Дрова при этом, немножко пламя уменьшилось, но не настолько, чтобы называться режимом длительного горения. Сейчас я обратно открываю шибер и открываю рычажок для того, чтобы воздух поступил в камеру сгорания. И что происходит? Пламя начинает гореть очень-очень хорошо. Эта печка простая, но эффективная, клиенты довольны, я доволен. Всем хорошего настроения, на этом буду заканчивать свое видео. С вами был Дмитрий, Коменбай, подписывайтесь на мой канал, заказывайте у меня монтаж дымоходов. Всем хорошего настроения, пока!